Салам алейкум, пацаны! Новый набор ангела. Это просто мифический набор двух цветов, который каждый из вас получит возможность себе забрать. Также, конечно же, друзья мои, новое событие, которое сегодня, я не знаю, сколько мы потратим, попробуем выбить новое событие. И также, друзья мои, сегодня еще кое-что скажу. В общем, ролик будет максимально интересным, очень бомбовый. Сегодня покажу прям топовые новости. Как, ну, хотя, наверное, сами знаете, что у меня самые, одни из самых лучших новостей. Вот, так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если чуть-чуть у тебя палец чуть-чуть себе не оторвал. Вот, ну и, конечно же, всем приятного просмотра. Поехали. Давайте, перед началом реклама. Ну а если у тебя, мой друг, не получается задонатить в игру, у тебя какая-то появляется ошибка, все игроки из России и не только покупают через сайт Playrock. Playrock – это marketplace игровых товаров и услуг, в которых больше 300 игр и приложений и широкий ассортимент игровых товаров. Тут ты можешь себе приобрести любое количество алмазов по очень низким ценам. Вот, например, 310 алмазов и 10% скидки. Покупка происходит всего лишь в несколько кликов. Вы выбираете любое количество алмазов, которое вас интересует. Вот, например, 310 алмазов. Нажимаете кнопочку «Купить». Также обязательно выбирайте графу с айдишником и вводите свой правильный айдишник, который привязан к вашему аккаунту. Нажимаете кнопочку «Далее» и выбираете любую платежную систему, которая вас интересует. Киви, карты и даже есть криптовалюта. И алмазы приходят на ваш аккаунт. Конечно же, помимо алмазов, вы можете тут себе приобрести или даже продать свой аккаунт. Рейтинг 5.0. Более 2 миллионов отзывов, оставленных после покупки. С Playrock ваши покупки всегда будут в безопасности. Playrock, ссылочка в описании. Заходите, покупайте. А также подпишись на телеграм-канал Playrock, чтобы не потерять его в случае блокировки. Кстати, Playrock проводит еженедельные розыгрыши в своем телеграм-канале. Ссылочки в описании. И мы начинаем. Погнали. Давайте начнем, друзья мои, с события. У нас вышло событие. Смотрите, что за бомбовые наборы тут добавили, братцы. Смотрите. Помимо того, что тут есть еще, вы можете выбить в маховике в самом, да? Вы можете выбить себе еще, это очень круто сделали, можете выбить себе, конечно, себе еще и в обменнике. Еще можете себе обменять вот на такой вот топовые пистолетики, скинчик добавили, тоже очень бомбово, очень топово, так что, друзья мои, тот скинчик тоже мне очень понравился, то есть, сейчас посмотрим, сколько мы выбьем. Кстати, братва, не забывайте, что на это событие я буду выбирать в телеграм-канале на прокачку, так что, если ты еще ни разу не участвовал у меня в прокачке, подписывайся на мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании, заходи, подписывайся, да, там на днях создам пост, и вы там будете писать свой айдишник, и кого-то рандомайзер выберет, вот, и я, короче, вам будет делать прокачку. Ну что, вы готовы, братцы? Погнали. Давайте, наверное, начнем с самого начала. Одна попытка у нас получается 125 алмазик. То есть, короче, получается скидка. Скидка, да. Погнали. Ну что, братцы, сейчас сначала выберем события, а потом покажу все новости, братцы. А, братцы, давай, выпади. О, 10 упало! Хорошо, это хорошо. 10, это хорошо. Это очень хорошо. Стойте. Стойте, что-то мне... А, плюс 5, короче, если дополнительно падает вещь, дается плюс 5. Ну, нормально, 31 уже... 31 жетон за один прокрут, это хорошо. Кстати, братва, не забывайте, что если у вас какие-то возникают сложности при донате, вы себе не можете просто донатить, да, не получается задонатить. Пишите мне ВКонтакте, братцы. ВК, ссылка в описании на мой ВК. Я вам помогу задонатить. Доначу через проверенный сайт, алмазы приходят быстро и безопасно. Вот, за это беру только маленькую комиссию. Так что пишите мне ВКонтакте, кому нужны алмазики. Все, поехали. Давай, о, пятерка упала. А можно еще пятерочку, по-братски? Ну, еще одну. Есть, нормально. Сковородочка упала. Сковородка это плюс жетоны, братцы. Сковородка это плюс жетоны. Плюс 5, да, вроде бы, если я не ошибаюсь. А, плюс 5, да, нормально. Так, у нас уже 52, нормально. Так, друзья мои, много тратить я не буду. Потрачу где-то около, ну, наверное, вот до 60 тысяч потрачу. Все, братцы, остальное нет смысла тратить. Ну, реально, на это событие прям тратить не хочу много алмазиков, прям не хочу. Так, еще плюс 5 дали за, получается, паран. Ай, пожалуйста, дай мне красиво. Вот если здесь упадет прям мощно набор, я буду в шоке, братцы. Вот, или хотя бы снайперку по-братски, ну, пожалуйста. Ну, я знаю, что мне что-то упадет, братцы, я знаю. Я уверен, что мне упадет 100% что-то. Вот, конечно, что упадет, это, конечно, под вопросом, братцы. Но думаю, набор упадет. Думаю, упадет набор, братцы. Ну, пожалуйста, наборчик. Наборчик, ну я тебя очень прошу, ну сделай красиво. Ну давай наборчик, а? Ну наборчик, пожалуйста. Ну. Дистари, хрен тебе, она говорит. Хрен тебе. Блин, паранг упал. Барин, бомбовый паранг упал опять. Ладно, плюс 5 жетонов, нормально.
Еще плюс 5 жетончиков. 1. 2 жетончика. 2 жетончика. 1 жетончик. 1 жетончик. Ну ладно. 2 пятерочки, да? Угу, 2 пятерки есть, хорошо. Так, у нас 139, братцы. Вот, тихо, секундочку. 139 у нас. Так, ну что, пробуем, братцы. Ай, пожалуйста, набор выпади. Алмазов уже нету, тихрена. Ну? Ты чё, брат, проблем хочешь? Если сейчас ты не выпадешь, я тебя вызываю на бой один на один. Давай, маховик, блин. По-братски, чё-нибудь выпади? По-братски. По-братски. Ну, сделай красиво. По-братски, один на... Ладно. Ладно. Хорошо, пойдет. Хорошо, пойдет, ладно. Забрали хоть, что-то новенькое забрали, все. Все, заочканул, сразу мне выпал, да? Выбил мне сразу, а, ты какой очкошник. Так, ну, брат, у нас реально алмаза стало немного, осталось. Прям немного. Я думаю, набор мы не выбьем. Ну, честно, я даже не знаю, какой набор обмен сделать. Или вот этот набор, или вот этот набор. Блин, какой, братцы, лучше, а? Как думаете, а, друзья мои, как думаете? Или вот это? Блин, ё-моё. И скорострельность. Скорость, емана жесткая. Плюс 2 скорострельность. Так. Ну давай, о, десятка упала. Хорошо, братцы, пошла жара. Пошла, только за 20, за... Понятно. По-братски, ну красиво сделай. Одни по ранге падают, пацаны, одни по ранге падают. Ну все, сейчас, о, десятка упала, нормально, десяточка упала. Ну дай мне снайперку, по-братски, ну дай мне одну снайперку, очень прошу. О, грим упал. Все, друзья, пошла жара. Начали всякие гримы падать и так далее. Грим, не понять, что за грим, хрен пойми, кого че упал. Ну, братцы, я не знаю даже. Ну, давайте, ладно, давайте сначала повыбиваем, потом будем уже обменять. Потому что, мало ли, мы обменяем на снайперку, а нам выпадет снайперка. Ну, тоже это будет не очень. Давай. Ну, хватит по одному падать, по-братски. Так, один. Один. Спасибо большое. Один. Ой, как. Один. Ой-ой-ой. Один. Ой, да ты что, 10. 2. 10. Неплохо. Две десятки, братцы. Еще два паркута, братцы. Есть! Есть! Снайперку выбили! Все, братцы, я спокоен. Все. Все нормально. Мне самое главное снайперку взять, братцы. Все четко. Четко бомбово. И еще один паркут есть, братцы. Два. Один. 5, 2, 1. Ладно, пойдет. Ну что, обмениваем, братцы, на какой набор обменим? Вот этот набор, не знаю, есть ли смысл. Блин, какой обменять набор, а? Господи, ну какой набор обменять, я даже не знаю. Друзья мои, как думаете, а? Пусть самый лучший отсюда набор, а? И это охота взять. У меня же нет, да, получается. Давай, забираем. Забираем скинчики на пистолет. У меня же нет, да, вроде бы, сейчас, братцы, 2 секунды. Оружие. Арсенал. Получается, снайперка у нас теперь есть скорострельность. Скорость перезарядки. Надеть. И теперь у меня есть скинчики, да? Так, это магазин, дальность, скорострельность, надеть. Скорострельность будет получше, я думаю. Так, ну что, погнали, ладно. Обменим, наверное, знаете, на какой набор, братцы? Наверное. Блин, а, ну на какой? Тут волосы неплохие, братцы. Тут реально волосы неплохие. По-братски, друзья мои, по-братски. В комментариях, пожалуйста, напишите. Вот напишите в комментариях, какой набор выбрать. Давайте по счету. Вот это первый набор, это второй, третий. Хорошо?
и я к вам прислушаюсь, и что вы мне скажете, то событие, короче, я себе и выбью. Заберу набор. Хорошо, братцы? Все. Все только зависит от вас, братцы. Как вы скажете, так я и сделаю. Все, погнали. Погнали дальше, братцы. Погнали. Набор ангела. Мифический набор ангела. Как же он будет, братцы, выглядеть? Погнали. Перед началом не забывайте, друзья мои, как я вам сейчас покажу, перед началом не забывайте подписываться на мой второй YouTube-канал. Называется Distri Life. Ссылочка также будет внизу в описании. Это мой второй YouTube-канал резервный. Если мало ли что с этим каналом произойдет, мы всегда сможем стримить и выпускать видеоролики на втором YouTube-канале. Так что ссылочка будет в описании, а также закреплен комментарий. Прямо сейчас, пожалуйста, кому не сложно, подпишитесь на 5000 подписчиков. Я там сыну это аккаунт отдам, да, YouTube аккаунт отдам сыну, и он там будет снимать контент, да, вместе со мной. Так что, по-братски, давайте поддержим меня и моего сына, если вам не сложно, конечно же. Все, поехали, набор ангела. Как же он будет выглядеть, друзья мои? Он будет выглядеть двух цветов. Это будет выглядеть такой вот сиреневый, да, фиолетовый и желтый. Вот этот набор у нас появится уже также на нашем регионе. Набор также, он будет выглядеть с крыльями, да. Также будет офигенные эффекты спины. Как же он, скажем так, будет появляться? Появляться он будет у нас, конечно же, в одном событии. Просто он будет у нас двух цветов, братцы. Это не два набора, это один набор, просто двух цветов. Получается, также у него на спине крылья. Да, крылья на спине. Это получается синий, да, фиолетовый, да, цвет. Набор первый. И второй набор, это будет вот таким вот желтый набор. Как видите, балахон на нем, короче, кроссовочки и крылья. То есть ангела, да? Это набор ангела. Ну, мифический набор, я называю его набор ангела. То есть сам по себе набор довольно-таки очень офигенный. Он, получается, соединяется и происходит, и появляется вот такой вот сам по себе. То есть получается набор, трансформация, братцы. Как видите, да, то есть он и такой набор, и скрыльный набор. В этом наборе у нас получается у него горящая голова, руки, да, эффект рук, короче. Ну, в целом набор неплохой. Также к этому набору у нас еще будет добавлен, конечно же, это эмоция. Эмоция, короче, это типа, короче, молния, братцы. Человек, короче, молния, ангел молний, короче. Вот, ну, довольно-таки неплохой, офигенный наборчик, офигенный. Вот, и к этому, конечно же, еще набору будет даваться эмоция, братцы. Подыкая эмоция. Офигеть, что за эмоция, что за эмоция, да, друзья мои, эта эмоция тоже будет добавляться именно к этому набору, это с этого набора. Ну, в целом, братцы, оцените, пожалуйста, по 10-бальной шкале, как вы оцениваете этот наборчик, ну, по 10-бальной шкале. Давайте, 1 не очень, пятерка, крутой набор, от 1 до 5. Да, от 1 до 5. То есть, ну, я в целом даю пятерку, потому что в любом случае новые добавления, в любом случае новые эффекты, да, и мифические наборы нам не каждый день добавляют. Так что ждем обновления, и после обновления уже будем наблюдать на нашем регионе новый прямо обалденный наборчик. Так что, друзья мои, вот так вот у нас будет также появляться в нашем регионе новый набор. Тоже, в принципе, неплохо, братцы. Так что не забывайте, у нас впереди еще много новостей. У нас в день выходит 2 видеоролика. Не забывайте, в 7:45 по московскому времени и в 15:45 тоже по московскому времени. И сегодня стрим 18:30. Братцы, после видеоролика можете спокойно зайти на мой стрим и прямо сейчас поставить лайк. Сегодня будет очень офигенно стримчанский, прям очень балдеть, так что всех буду сегодня ждать. Ну и, конечно, братцы, не забывайте про настройки, кому нужны VIP-настроечки на ваши телефоны, пишите мне ВКонтакте, я вам дам VIP-настроечки по очень дешевым ценам. Также, честно, ведете, будет хорошо играть. Ну и, конечно, не забывайте набор в гильдию. Вот айдишник нашей гильдии, кидать запрос, будем вас рассматривать. Если вы нам подойдете, мы обязательно вас к себе в гильдию примем. Обязательно. Так что вот айдишник, кидать запросы. Ну, друзья мои, я с вами буду прощаться. Знаете, кто досмотрел до конца видеоролик, я именно тебе говорю, ты красавчик, я горжусь, что у меня есть такой, ты мой зритель. Спасибо тебе большое. Я вас, честно, друзья мои, люблю, ценю, уважаю. Спасибо, что вы меня любите, да, я вас тоже всех люблю. Ну и, конечно же, не забывайте, что вы моя поддержка и мотивация. Всем пока, до новых встреч и всем хороших выходных. Ждите сегодня еще видеоролик и стрим сегодня будет. Заходите тоже. Прямо сейчас уже можешь зайти. Всем пока, вы лучше.